На рыбный промысел это пока никакого влияния не оказало. Никаких сведений от рыбаков, от капитанов судов, от травмастеров не поступало о том, что они наблюдают какие-либо поведенческие или даже вот внешние изменения во внешнем виде уловов. Все в порядке. Вчера мы говорили об этом с Камчат-Тралплотом. Предприятие было заинтересовано. Оно работает в Ивачинском заливе, приводит рыбу на город.